мистики, только в боевом трансе. Воскрешение. Боевой транс. Конвертирует 40% урона в здоровье для себя. Воскрешается. Не завершает ход. А вариант плюс 30 какой эмпиризм, за рунный дух. О чем мы не хотим тратить? Вот потому что. Много типа волк. Защитили рунный дух. Ну, до 8 еще тут держат. Типа. Ну, их меньше на 3. 3 это еще надо найти. Ну, в каком-то одном бою можно их использовать, чтобы не знаю, какие попытки покруче. Ну, либо больше их. То есть 2 крону за руны мои. Остальная вероятность 30% накладывается сейчас, блин, лучи воздуха. Я же за такую защиту на 15%. Ну, немного. Но это при выстреле, пронзающий. Все на своем пути луч, такой же, как у рунных магов. Руны чародея. Нельзя наложить болезнь на нежить, голема, статичные объекты. Боевой транс. 3, а действует 2 хода. Ну то есть 2 хода действует. Они завершают ход, вот он включает, но идея должен ходить. Ну или в этот же ход он пропускает потом. В этот же ход. И 2 хода так, а потом. Третий вот так. Ну, может в третий ход нанести вот этот вектор. Ну так. Как Сайракс из сектора. Ну, сектор, скорее, вектор есть. Ну, еще третий тип. Сектор Сайракс и вектор. Ну, плюс тут вектор не сильно много, он сквозной. Импульс. Ну и пусть просто расталкивает там импульс. Типа он расталкиваем мог типа по это слиять. Скорость 3 инициатива 5, высокая инициатива. А вот допустим миссия. То же самое 5-3, 13, 155. Но в трансе у него здоровье удваивается. И что-то еще, да? Скорость, здоровье и урон удваиваются. А, ну, атака и защита не удваиваются, просто урон сам удваивается. Это выглядит еще просто. Это почти то же самое. Но если выше атака, чем у существа, там как-то можно вывести выше. Ну, то есть лучше это. Ну, этих уши минимум не трогай. Книга кошмар. Ну, это для особых каких-то. Ну, если на что-то будет выше. Мистики. А что у нас? Нам надо перевести вот этих. Ну, стрелков. Тут все два стрелка в другой зал. То, что таких стрелков не стоит, ну, почти ничего. Он, ну, суммарно, чтобы он указывает, 7700. Ну, если мы найдем стрелков, то можно попытаться там присоединить. Ну, вот этих. Или уволить их вообще. Четыре, пять урона там. Ну, 400-500 урона, только один заряд, по одному заряду. Замедляется ли тут огонь? Стрелка любимый враг боевой дух. И такой враг может с вероятностью 15% повысить свою инициативу на один ход. Крит 11. Ну все где-то одинаково. Что мы еще можем отвести отсюда? Ну, нам надо освободить один стек.
Ну, змей надо забрать. Ну, прикупим 4 змеи, наверное. Этих отвезем в дальний замок, заберем вампира. Но вампира выйдут из-под контроля. Ну, можем не забирать вампира, пускай там стоит. Вот, забрать вампиров и поставить их туда, туда. Можно вот этих еще взять с собой, например. Для боя, ну, вместо паладинов. Ну, что тут не понятно, или вместо киклопов поставить. Вместо паладинов Гаракона. Ну, воскрешение только рунического мага. Тут не надо. Накрыл 11 из 18, ну 7 при соедините, допустим, в бою там. Или напасть на тех. Ну здесь 74, да? И сколько? 75 получит. Блин, 7,5. 8 тут, то есть 19, наверное, больше. Ну то есть надо ждать, пока лидер сам поднимется, потом этих использовать. Блин, мало, нам нужно еще кого-то отвезти. Так зачем он тут далеко так их ставит? Выйти. А, еще не все. Вот этот меч гладиатора. Плюс 4 атаки, плюс 15 ярости стоит 50 тысяч. А эту штуку продать за 18 тысяч. Ну, может быть, что-то эти попродавать, или кристаллы с них получить. Штука 250. Портрет и что-то. Портрет рыцаря за 500. А можно пару кристаллов что-то получить. Вот 3600 кожаный доспех плюс 1. Ну там на артефакты вроде бы 50 лиров. Браслет, а куда их ставить? Нет. Ну поедем. Купим этих. Штуки 4 змеи. А 16 у нас там 86. Ну 7 мимо и нужно. Ничего нету. Тут что-то. Фонтан радости посещу. Потому что нету где-то карты. Лечилка. Ну какие-то лечилками, но лечилка одну. Ну прошарили.